28-летний злоумышленник, пытаясь скрыться от преследовавшего его экипажа ДПС, неоднократно выезжал на полосу встречного движения и совершал резкие маневры перестроения, создавая тем самым опасность для других участников дорожного движения. На неоднократные предупреждения полицейских о возможном применении табельного оружия правонарушитель никак не реагировал. Для остановки транспортного средства после предупредительного выстрела инспектором ДПС было произведено несколько прицельных выстрелов по колесам автомашины. Но даже после этого, совершив разворот на трассе, злоумышленник, едва не сбив полицейского, продолжил движение. Применив оружие, инспекторы ГИБДД остановили автомобиль и задержали мужчину. Он был в нетрезвом состоянии. С учетом повторности правонарушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.